Тумба, 4 звезды, Мальдивы. Приехали на катере с аэропорта, ехать буквально минут 15-20 на спидботе. Сейчас прошли в центральную часть. Есть вот такая замечательная зона отдыха для тех, кто приехал рано, еще не готовы номера или наоборот выезжает поздно из отеля. Центральный бассейн. На территории 8 ресторанов. Вот это арабский ресторан Аль-Каср. Вот это кафе, которое работает с 9 утра до 11 вечера. Вот там бар бассейна. Основной ресторан, где проходит завтрак, обед и ужин. Территория отеля очень зеленая, большая. Напротив основного ресторана есть еще ресторан современной кухни, называется Тилла. На территории отеля также есть кальянная, итальянский, французский, японский ресторан со столиками тапаньяки и кальянный бар. Пляж отеля Курумба. Красивое чистое море, белоснежный песок. Но остров со всех сторон также окружен волнорезами, которые, естественно, портят весь обзор. И красивые фотографии. Есть гамачки. И, конечно, много лежаков. Территория возле Deluxe Beach Bungalow. Все в цветах. Вот такие удобные дорожки для тех, кто приедет с колясочками. Белый песочек. Лежаки есть под пальмами, есть под зонтиками. И вокруг всего отеля действительно хороший пляж. С хорошим входом, с хорошей глубиной. Курумба 5 звезд. Живем на вилле. Называется Deluxe Beach Villa 193. При входе сразу мини-бар. Для всех категорий туристов он платный. All, ультра all. Все это платно. Есть большой шкаф. Это, скорее всего, ванная комната. Очень интересная. Вот такой душ. Ванна под открытым небом. Санузел. И еще один душ. Вот такой набор мыльно-рыльных. Пойдем смотреть номер. Сейф. Жилеты для плавания в шкафу. Халаты. Тапочки, гладильная доска и утюг. Очень удобно. Дальше. Хороший номер. Спокойный, большая плазма. Опять же, кто едет с детем, во всех номерах есть вот такая софа. Ее используют как daybed. И самое главное, большая терраса с прямым выходом на море. На террасе также есть диванчик. Специальное место, где можно помыть ножки перед входом в свое бунгало. Стол с удобными стульями. Живописное место. Наипрозрачнейшем море, Индийский океан. Очень мало людей, прям релакс полный. Курумба, раннее утро.